Уникальную юрту представит актюбинский мастер Еркусай Абилов на международной выставке «Экспо-2017», которая пройдет в Астане. Эскиз бескрепежного макета диаметром 33 метра уже готов. Изготовит его из дерева. К слову, по словам мастера, это будет целый этнографический комплекс. Возле большой юрты, так называемой Орды, которая будет возвышаться в центре, построят 7 мини-домов, также из дерева. Они будут служить в качестве ворот в Орду. Материалы все местные. На выставку повезут из Актюбе полный комплект воинского оружия и кольчугу, также отражающую традицию казахского народа.